Чебуречная. О, блин. Чебуречная — это хорошо. Дружище, где здесь барбершоп «Брат Брей»? Что? Барбершоп «Брат Брей». Ага, ага, спасибо огромное. Опа. А вон и «Брат Брей». О, «Алкомаркет». Нет, «Брат Брей». Блять, «Алкомаркет». Да не, «Брат Брей». Это же задание. Это задание. Может, после задания? «Алкомаркет». «Брат Брей», все. Вась, Васич, хватит. Так. О, здравствуйте. Здравствуйте. Брат, здорово, как сам? Потихоньку. Слушай, а здесь братишка Брей. Да, да, да. Это здесь. «Брат Брей»? Да. Это «Брат Брей»? Да. Слушайте, здравствуйте. У меня, короче, такая дилемма, ребятки. У меня поступило задание. Мне нужно, короче, подстричься. Но подстричься, мне сказали, нужно, надо подстричься не на лысо, как я обычно это делаю. Но я обычно на лысо бреюсь, как бы свободно. Башка сейчас зима, правда. Мне сказали какую-то... Хайпристерскую. Сделайте, ребятки. Я Вась Васич, как тебе, брат? Рауф. Рауф, очень приятно, братиш. Так, ну-ка, Рауф, давай-ка. Слушай, а музон какой играет у вас, брат Брей, от души совски? Отвечаю, ребятки. Прям вообще красота. Одно условие, я тебя буду встречать так вот. Ты не будешь видеть причастку. В смысле? Так. Смотри, главное, чтобы... я, во-первых, жена. Но меню никто как бы не говорил, что я могу посмотреть. Ты понимаешь, о чем я, да? Да. И вот когда я хочу идти куда-нибудь, в какое-нибудь место попаду, допустим, да, там, барчик или ресторанчик, вдруг такое будет возможно в нашем проекте «Игры реальности», то я бы хотел, чтобы я, когда присел за барную стойку, какая-нибудь милая девушка увидела эту прическу, подошла ко мне такая и сказала: «Молодой человек, здравствуйте, не хотели бы вы меня чем-то угостить?» Я говорю: «Нет, не хотел бы». Она: «Ну и не надо, хотите, я вас угощу?» А ей такой: «А я женат!» Тогда сделаю. Сделай, Рауф, братиш, ты красавчик. Короче, брат Брей. Брат Брей! Сейчас, один момент. Качает. Просто в этом барбершопе реально качает все. В этом барбершопе реально качает все. Не, всем нравилось, но дай быстро эту книгу жалоб, короче, дай. Все, 2 минуты спокойно сидишь, отдыхаешь. Ты уже красавчик, я вижу. Уважаемые смотрители, сегодня я нахожусь в «Брат Брей». И сейчас проходит процедура, которая впервые в жизни со мной проходит. Если вы видите меня в таком виде, это очень модно, трендово, стильно, молодежно. Это стильно и молодежно? Да. 100%. Только через 2 минуты. Скажи, пожалуйста, это же абсолютно безболезненно. Абсолютно. Отдельное спасибо Кириллу за такой сервис. Я вижу, что на меня смотрит бабуля, а уже отвернулась. И она немножко в шоке. Бабушка, это модно! Это модно! Давай, Раф, раз, давай. Я бегу. Раз, два, три. Ты что, помолодил бы на 5 минут, да? Слушай, а красиво, а? Ну реально красиво, блин. Это не тот Вась Васич, это реально? Блин! Что ты дернулся, короче, но все равно. Блин, это круто! Ребят, реально круто! Красавчик! Стопой! Теперь ты на стиле. Сейчас, да. Привет, красотка, что, как дела? Ну-ка, подойди сюда. Да, там есть лавеха, целый пресс. Что ты хочешь? Давай со мной здесь. Это «Брат Брей», заходите сюда всегда, потому что, ребят, реально, я сейчас себя чувствую другим человеком. Абсолютно.
Абсолютно, блин, мне правда нравится. Мне понравилось. Мне правда нравится.